Всем привет! С вами снова я, Вилана. Я Виктория. И вы на канале Вилана Тойс. Сегодня мы хотим порадовать жителей Республики Казахстан тем, что мы проводим совместный конкурс с магазином Joy Joy. А также у этого магазина есть группа ВКонтакте, которая называется Salem Monster High. Ссылку на группу мы оставим в описании под этим видео. Также просим не расстраиваться других Monster High Lover'ов из других стран, так как скоро на нашем канале стартует очередной конкурс. Конкурс будет проходить на трех площадках и в Ютубе, и в Инстаграме, и ВКонтакте. Но пока мы оставим все в секрете и скоро вам расскажем буквально через несколько дней. Ну а пока мы остановимся на сегодняшнем конкурсе, который проводим совместно с магазином Joy Joy. Мы не будем вас томить и сразу же скажем, какой будет приз. Я вижу, тебе не терпится узнать, что за подарок тебе приготовлен. Это новый персонаж школы Monster High, пиратка Дана Трезура Джонс. Та-дам! В нашей коллекции нет такой куколки, был период, когда я ее тоже очень сильно хотела. Зато у кого-то из наших подписчиков выпадет шанс подержать ее в руках. Даже поставить себе на полочку. Мне кажется, это удивительная куколка, потому что напоминает сувениры, которые обычно продают в китайских магазинах. Там, знаете, такие хатейчики или котики с лапкой, приносящие материальный достаток в семью или в бизнес, где стоит то или иной сувенир. Так вот, мне кажется, тот, кто приобретет эту куколку в свою коллекцию, она будет приносить тоже достаток и притягивать в коллекцию остальных кукол Monster High, которые желают ее хозяев. Да. Кстати, эта кукла после работы, поэтому она с очень миленьким личиком, с большими глазками, пухленькими губками, такая вся ми-ми-ми. Ну а мы перейдем к условию конкурса. Что же нужно сделать для того, чтобы получить эту замечательную куколку? А теперь, Цыпа, слушай внимательно все условия и запоминай. Хватит древить мой корабль. Первое. Конечно же, быть подписчиком нашего канала. Также быть подписанным на две группы ВКонтакте, это официальная группа нашего канала и Salem Monster High, группа этого магазина. Ссылочки на две наши группы мы оставим в описании под этим видео. Третье условие, так как конкурс творческий, вам нужно будет нарисовать пиратский флаг и оформить его в таком стиле, в котором представляете именно вы. Ваш флаг должен быть неповторимым. Сразу предупреждаю, не рисуйте там череп перекрещенными косточками, потому что это будет настолько банально, и я думаю, что такая работа точно не станет лучшей, потому что в первую очередь будет оцениваться креативный подход. И, конечно же, оригинальность. Вам нужно нарисовать этот флаг, затем его сфотографировать и загрузить его в альбом группы Salem Monster High. Ссылочку на этот альбом мы тоже оставим в описании под видео. На самой работе нужно обязательно прописать ручкой хэштег «Пираты Joy Toy», который вы сейчас видите на экране. В описании под фотографией вам нужно будет придумать какую-нибудь пиратскую историю, где должны присутствовать имя капитана и также название вашего корабля. Обязательно имя капитана и название корабля должны быть очень необычными, оригинальными, может быть даже смешными. Проявите фантазию, придумайте своих героев. Если в описании вдруг мы увидим название каких-то кораблей или имя капитана, которые встречались в каких-то сказках, мультфильмах или в книгах, конечно же, тоже не оригинально, и эта работа не будет претендовать на одну из лучших и, скорее всего, не станет работой победителя. Ведь победа всегда заслуживает что-то новое, оригинальное и необычное. Конкурс продлится с 6 февраля по 20 февраля. Итоги конкурса будут в группе Salem Monster High после 20 февраля. Ну а мы желаем всем удачи, творческих и креативных идей. А также совместно с магазином Joy Joy у нас будет еще один конкурс в Инстаграм, поэтому подписывайтесь на наши профили и все подробности вы узнаете там. Ну а мы желаем вам всего хорошего, творческих идей, вдохновения. А самое главное, индивидуальности и оригинальности. И не забудьте открыть, пожалуйста, свои подписки в Ютубе, чтобы мы смогли проверить, действительно ли вы подписаны на наш канал или нет, ведь этот конкурс для наших подписчиков. Ну а если вдруг организаторам конкурса так понравится ваша работа, и когда мы будем проверять, выполнили ли вы все условия нашего конкурса, и вдруг окажется, что ваши подписки закрыты, к сожалению, придется выбирать другого победителя. Согласитесь, очень обидно. Обязательно следите за новостями на нашем канале, ведь очень скоро стартует новый конкурс для жителей всех-всех стран. Пока-пока!